Что сейчас происходит, насколько близко уже к заводу? Расскажи о ситуации. До завода остались считанные километры. Как вы догадались, это населенный пункт Мариуполь. Проводится вооруженными силами ДНР зачистка данного населенного пункта. Это, получается, окраина ближе к заводу Ильича. Противник засел в домах, прикрывается мирным населением, ожесточенно сопротивляется. Но вооруженные силы Народной Республики проводят зачистку населенного пункта. Я так думаю, к исходу дня данная часть населенного пункта будет зачищена.